Україна залишилась у переліку країн так званого зеленого списку з Євросоюзом. Водночас в нашій країні вже половина областей перейшли або незабаром перейдуть у червону зону карантину. Додам, зелений список Євросоюзу переглядаються кожні два тижні та залежно від обставин оновлюють. Далі на цю тему будемо спілкуватися з директором туристичного агентства «Дамакс». До нашого ефіру долучається Олена Зуєва. Пані Олена, я вас вітаю. Зараз буквально кілька секунд до нашого ефіру долучиться пані Олена, і разом з нею поспілкуємося, якщо вже є з нами на зв'язку Олена Зуєва. Пані Олена, я вітаю вас. Добрий день. Дякую, що приєдналися до ефіру. Дивіться, якщо так станеться, що Україна потрапить до червоної зони карантину, які країни для нас залишаться поки що такими, які не можна відвідувати? Ну, ми ожидаємо новості, і от зараз, як ніколи, можна сказати, що відсутствие новостей – це вже хороша новость. То есть отсутствие плохих новостей, слава богу, на эту неделю мы не ожидаем в эту неделю. И поэтому сейчас все страны Европейского Союза, кроме Болгарии и Мальты, принимают наших гостей. Но уже появились страны, которые принимают с целью туризма только вакцинированных. Да? Это Франция, это Германия. То есть путешествия с целью туризма для вакцинированных гостей возможны, а все остальные варианты сейчас доступны только для обладателей постоянных видов на жительство либо документов, которые обосновывают вашу цель поездки. А вот что будет после того, к сожалению, невозможно сказать по той причине, что мы не ожидали такого поворота от Болгарии, чтобы полностью они прекратили, да, визиты с целью туризма. Уж мне казалось, что Болгария — это лояльная страна, но нет, пока они закрыты. Поэтому ждем, ожидаем. Пока, вот скажем так, отсутствие новостей — это уже хорошие новости. Можем продолжать летать в том же режиме. Так, але тим не менше, я впевнений, зараз багато українців планують собі новорічний вікенд, обирають країни, до яких поїдуть або на Новий рік, або на Різдвяні свята. Зачасту які країни обирають саме у цей період українці? Ну, зараз великий спрос на варіанти горнолижного відпочинку. То есть мы можем предложить варианты Андорры, Австрии, Франция, да, вот такие направления. Но вот даже сегодня утром я имела диалог с туристами. Я рекомендую, если вы занимаетесь самостоятельным планированием своего путешествия, то обращать внимание на такие важные моменты, как правила тарифа на авиабилеты, если вы планируете лететь, правила тарифа смены даты, отмены путешествия, что авиакомпания прописывает именно в этом ключе. И второй вопрос — это проживание. Обращайте внимание на условия отмены вариантов проживания. Выбирайте варианты с бесплатной отменой проживания по той причине, что может так случиться, что вы не сможете совершить свою поездку, а отменить варианты перелета либо проживания вам будет очень сложно. Поэтому еще до того, как вы нажали кнопочку «Забронировать», обращайте внимание на условия изменения и условия отмены. И что хочу сказать по поводу предложений, которые у нас на рынке туристического операторства сейчас имеются. Один из массовых туроператоров, который обладает своей авиакомпанией, с 31 октября объявил условия по бронированию. Очень интересные и очень лояльные для туристов. Если что-либо изменится, и вы не сможете совершить поездку по приобретенному туру, то будет разрешено изменение на любые другие направления, которые открыты. Это очень классное предложение по таким чартерным направлениям, да, которые европейские, как Андорра, Австрия, куда объявили сейчас чартерные авиарейсы и открыта продажа пакетных туров, будет разрешено изменение по направлениям. Но это супер, и это реально выход. Поэтому, когда планируете, обязательно,
как бы это часто говорят, вот накликаешь, нет, не накликаешь. Сейчас беду нельзя накликать, беда буквально за дверью. Поэтому нужно всегда все пути отхода сейчас разузнать. Так, але тим не менше, я думаю, що існує ризик, якщо зараз українці забронюють собі авіаквитки, місця в європейських країнах, а ми не знаємо, якою буде ситуація там за місяць, навіть за тиждень з карантином. Чи може так статися, що напередодні Нового року доведеться повністю змінювати свої плани і залишатися на території України? Ну, ми в цьому перманентному стані щось... Ну, мы не знаем, что будет даже с нашим здоровьем, да, то есть часто же причина отмены путешествия сейчас — это именно состояние заболевания. И мы сталкиваемся именно с этими изменениями не только потому, что страна закрылась, а очень часто потому, что пассажир не может отправиться в путешествие. Поэтому я и говорю о том, что планируя свое путешествие, мы должны сразу же пути отступа планировать. Соответственно, если страны закроются, то мы должны при бронировании учитывать, что будет, если читать правила отмены, правила изменений. По той причине, что все авиакомпании устанавливают разные условия, и некоторые авиакомпании, которые сейчас очень востребованы, лоукосты так называемые, могут принять такую позицию, что если ты не можешь лететь, то это твои проблемы, наш рейс состоялся. Поэтому я и говорю о том, что бронировать билеты нужно с теми условиями, которые устраивают вас. Чуть-чуть лучше заплатить дороже изначально, но быть подстрахованными возможностью изменений. И это же касается и дальномагистральных направлений. Если вы планируете свое новогоднее время, например, на Мальдивских островах, либо на Шри-Ланке, выбирайте авиабилеты, которые позволят вам что-либо изменить. Если вы не сможете совершить поездку в силу своего здоровья либо каких-то определенных изменений, которые объявит страна, выбирайте условия тарифов, которые позволяют что-либо менять. Это очень правильно сейчас. Так, дуже вам дякую за такі поради, за рекомендації. Я впевнений, до них дослухаються наші глядачі. Пані Олена, дякую, що долучилась до ефіру Live Studio ДН. Це була Олена Зуєва, директорка турагентства «Дамакс». Я нагадаю, що Україна залишилась у переліку країн так званого «зеленого списку» Євросоюзу. Водночас в нашій країні вже половина областей перейшли або незабаром перейдуть у червону зону карантину. Додам, зелений список Євросоюзу переглядається кожні два тижні та залежно від обставин оновлюють.